И допустили всего 5. Я не пепельного цвета, он еще в Таиланде головой. Пойдет, смотри. Хорош! За это могут снести YouTube просто. Друзья, всем привет. Я рад вас приветствовать на канале Мосарм. И сегодня очередное видео, где команда Мосарм врывается на соревнования. Но фишка в том, что эти соревнования пошли почему-то в какой-то момент не по плану. И из 18 участников нашей команды, которые были заявлены в заявке, допустили всего 5. Да? Да. Всего 5 человек. Как это произошло, я опущу. Не буду это на видосе озвучивать. Если кому-то будет важно, действительно, вы знаете, кому обратиться, куда писать, номера телефонов, e-mail и прочее. Не суть. Короче, но мы не отчаялись. Что мы решили сделать? Мы решили ворваться на чемпионат Москвы и за разминочными столами всей командой как следует зарубиться. То есть это получается формат тренировки, но на чемпионате Москвы. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Поехали. А что ты будешь делать здесь? Да. Вы можете в целом вот так вот браться до тех пор, пока, короче, у нас не пройдет вся уже взвешивание, процедура, пока у нас не пройдут все соревнования. Все будут там проводить, знаешь? Вот, а вы просто беретесь на протяжении всего дня. Так, ты готов? А я нет. Просто, знаешь, взяли за ручки, смотрят друг другу в глаза, и начинаются панчи. Может, снайкер? Разгон. Думаешь, за с кем бороться после этого поединка, да? Держи угол. Welcome, следующий. Я постарался. Давай, для давай, вас. Давай. Погнал. Не раскрывай углы. Просто вот упрись и старайся задомкратить. А Кирюх держит. Угу. Второй вариант развития событий. Да, нет, стой, подожди. Нинас, закрути сюда чуть-чуть. И держи прямо вот, да, как в крючка, как на рестрестлинге. Я думал, что чемпионат Москвы может быть такой классный. Да, он еще не начинался. Только команду, пожалуйста, слушай. Я прям посылаю тебе эти лучи. Лучи старта. Чуть грузи бочину. Подгружай бочину. Ну, видишь, они друг друга трогают. Получается что-то трогательное. О, нифига себе, там был разрыв такой. Наша команда рассредоточена полностью по всему залу. Вот, и прям мощно болеют. Да, держать угол! Ей! Хорош! Можно панчи будут от тебя сегодня немножко? Мне кажется, что давай, ты будешь давай. Отличный комментатор. На, попей. Делаю я, стыдно всем. Спасибо большое. Пожалуйста. Но зато. Вов, ты слышал? Все выходят, что-то там выходят, уходят. Все какие-то скучные. Ты один поединок выиграл, все. Понял, это команда, конечно. Да, Вова проиграл, прикинь, реально. Я шучу, вообще не парься, братан. Бля, ты вышел, это уже хорошо. Ты вышел. Как прикольно, ты видишь его волосы? Они как будто, понял, немного опалены, и они пепельного цвета. Он еще в Таиланде головой, понял? Он еще, у него чисто этот, как его, пепел с вулкана, блядь, наверху. Слышу, Нет?
чернишься. Не-не-не, подожди. Они закатывают, все такие, встал. Прости, пожалуйста. За это могут снести YouTube просто. Да, извините. В смысле, их поднимают. Все совпадения вымышленные. Все то, что вы сейчас видите, является... Никак не связано с реальностью, абсолютно. Это монтаж. Хорош! Сразу дави! Дави! Еще! Еще! Хорош! Вот так вот! Тебе греться надо. Я горячий, братуха. Попьешь воды? Точно. Брат, я шашлык принес. Ну, с кайфом. Если ты еще не загрузился. Там разгрузить просто надо, сырое мясо пока. Вот. У меня, прикинь, сейчас разгон какой. Давай, мне случайно показалось то, что вот здесь идет реальный гусь, понял, лапами вот так вот с этой, со своей вот такой, прикинь, на турнире по армрестлингу, на улице просто... Руки ходят. Ну, по каким зрениям? Как тебе пульт вообще? Разъёб. Мы играли с Базбой до 6 часов утра. Короче, для тех, кто не понял, парни, на мой день рождения, который был вчера, 3 марта, подарили мне... Блин, я ем и разговариваю с зрителем, это ужасно. Ты отвратительный человек вообще. У меня чистый рот? Да, чистый рот. Но ты грязная сучка. Извините, короче, пошел. Что хочу сказать? Короче, парни, собрались, сделали мне огромный сюрприз. Блин, это такой сюрприз был. Ну, короче, мне не описать словами. Те, кто подписан на запрещенную в России социальную сеть, мою, тот знает, что я увлекся немножечко музыкой, диджеингом и прочее. Парни подарили мне диджейский, вот такой вот огромный пионер, нифига себе. Ну да, да. Плита для углей, вот такая вот. Да, глюкозамин, Андрей Тин. Держать! Хорош! Блин, какой он милый вообще, добряк прям, посмотри на него. Хорош! Хорош, Вань, хорош! Прикольно. А, точно, брат. С кайфом, да, я так сделаю. Уай! Что за анаконда? Опа. Правая рука. Извини, брат. Сейчас все будет. А, все нормально. Все нормально, все хорошо. Сейчас он стартанет. Держать! И мы не сняли его победу. А, хорошо. Вторая колонка до полного, я сказал, правильно? Хорош. Знаешь, почему не борется на первом столе? Опять чернуха сейчас будет. Почему? Скажи, почему? Почему? Пожалуйста, я не хочу говорить об этом. Все нормально, еще не их очередь просто. Потому что ребята в пробку попали. Ну, Вась. Потому что еще не началась категория этих... Как это называется? Не, ну, ребята, которые невысокого роста, как они, карлики? Еще категория карликов не началась. Streaming, I'll stop. I lied, I still didn't stop. Yeah, copycats on the timeline. Inspired, I say lies. Word for word, it's a fine line. Had to go and check the guidelines. Really had me feeling it like why I try till I realize when it comes to fate, I decide mine. While they watch and wait from the sidelines. Set the pace, they on my time. I keep rising like high tide. They reaching out, I give high fives. They in and out, I'm like five guys. Innovate while they imitate. You front row, but I'm center stage. I'm still the rookie like Dennis Quaid. I'm independent, that's better pay. Look, I get it, the numbers are different. You gotta do something to feel like you matter. They copy the best, well I guess if I'm seeing it from that perspective, I'm actually flattered. And they must have iced at the teeth, because honestly, all that I'm hearing these days is chatter. You can go down or up, but however you wanna spell it, I'm taking the ladder. Держать! Хорош! Хорошо! Держать! Хорошо! Отлично! Локоть!
Все, зафиксируйся. Зафиксировался. Держать. Зафиксируйся. Все, держи, держи. Передержи его. Забьется. Хорош! Очень крепко, очень крепко. Владимир сильнейший вообще. Я не понимаю, что происходит. Меня позвали, сказали, шашлык будет жарить, и тут какие-то рукоборцы вообще и собрались. Нет, да? Да, и коленов нет. Руку парализует полностью, а потом, когда ее напрягаешь, она становится очень легкой. Короче, чудесная вещь, но стоит как новая рука, к сожалению. Да, я молчал. Первая рука, которую я взял, когда я зашел, вот его, я такой... Серьезно? Я такой, а у меня, интересно, у меня такая же рука по ощущениям? Я такой, нифига. А потом Ванина рука, я такой, что вообще, куда я вообще пришел, я дрич? Оказывается, прикинь, да, вообще. Получается, что как будто мы проработали твою уверенность над собой. Ну, естественно, у тебя очень жесткая рука. Взрываться жестко, я прям старт. Да, да, мы, вот, мы много делаем комплиментов друг другу. Еще смотрим в глаза и боремся на руках. Да, и вообще мы любим друг друга. Не, брат, это братская любовь, тоже не подумай там. Настроение. Погнал? Хорошего дня. Да. Надо развесить белье и стирку. Надеюсь, ты будешь делать вот так вот, типа в 30, прям четко. Бочину грузи! Грузи бочину! Грузи! Хорош! Все нормально, все хорошо. Вот так просто. Сейчас будем драться. Ты не записал до последнего, да? Уже поздно. Все, хорош, 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 хорош. Звук не шел? А, шел. Я такой, ладно, все нормально, все хорошо, сейчас будем драться. Извините, я серьезный. Давай, давай! Хорош! Да, отлично! Пойдет, смотри. Хорош! Открывашка твоих пальцев в деле! Да! Еще! Хорош, Леха! Красавчик! Ух! Это поддержка. Ready go! Хорош! Этот тип сейчас один против толпы пойдет, потом у нас отсюда. Да-да-да! Вот так! Как плохо, что это все записывается. Яичница просто в мусорке. Знаешь, еще чем минус, когда у тебя два микрофона? Когда Азиз разгоняет, я разгоняю, Азиз на одного разгоняет, я разгоняю на другого. И это будет одновременно две шутки параллельно. Вот это вот. И если бы да, эти два микрофона были бы один в одно ухо, другой в другое ухо, то один и тот же видос можно было бы посмотреть дважды. Сначала в одно ухо, потом в другое. В разные озвучки. Да. Только не играйся! Забирай, забирай, забирай! Хорош, Вань, хорош! Прикольно, прикольно. Массажист на выезд. Бесплатно, да. Конечно, брат. Мариную, мариную. Блин, а ты знаешь, такая штука есть, короче, это типа как фарш колбаской. И называется он что-то через букву Ч. Чучхела. Чевапчичи. Чевапчичи. Вообще отвал башки. Чучхела. Ну, на веревке же. We'll be right back.
возраст, брат. Ничего страшного. Мне тоже предстоит. Я забыл, как тебя зовут. Чебапчичи. Пирог с пирогами. Пирог с пирогами. За этот поединок сейчас, да, мне кажется, хорошо. Апелляция будет, да. За что? Сейчас будем рубиться за... Пошел писать апелляцию. Готов? Да не было готов. Дело не в этом. Ну, короче, просто в том, что ты подобрал ключ. Ты знаешь, что я не хотел в какой-то момент времени? Ты не хотел, когда вот ты вот здесь вот чуть-чуть подсобрать его. Как только ты его подсоберешь в бок, он сразу разобрал. Да, он сип... Ну, фотка Леши — это что-то, просто покажите, пожалуйста. Он сам ее делал. Хорошо, Леха! Еще! Да! Хорош! Машина! Как это было хорошо? Очень-очень сильно было. И мне, Лех, мне знаешь, что нравится? То, что ты прям думаешь, куда, что, как, прям вот. Я вижу, да, я хотел вас задержать и зайти в трицепс, когда разорвался, но там типа не хватило. Да-да-да, понял. Чуть-чуть не хватило амплитуды. Ты можешь сказать что-нибудь на камеру? Мосрам. Наша основная задача сегодня здесь всей командой заключалась в том, чтобы парни поборолись с парнями из других команд, попробовали другие руки, их техники борьбы, чтобы к следующему турниру у них была возможность уже понимать, каким образом, с кем нужно бороться, стоит бороться, как бороться. И это основная боевая задача, которая сегодня была поставлена и выполнена за разминочными столами. Также стоит отметить ребят, которые выступали в рамках категорий. Вова, Кирилл, Леха Щеглов. В общем, мощная борьба получилась. Я прям кайфанул от некоторых поединков. Прям это было прям на тоненького, но так, как надо. Сделаны выводы на основании ошибок, которые парни допускали. Будем работать над их исправлением. И получается, что к следующему турниру мы ворвемся с новой силой, уже не допуская текущих ошибок. И я рад, что вы все смотрите, подписывайтесь на канал и участвуйте в этом во всем. Напишите в комментариях, какой поединок вам запомнился больше всего.